Вадим Геннадьевич, ну, как вот пробежка с факелом, да, собственные впечатления, эмоции, и сколько метров бежали вы? На самом деле не так много, то есть там порядка 200 метров, то есть там несколько минут, ну, то есть за эти несколько минут, то есть такой своеобразный микс чувств, вот, то есть и какая-то радость, такой трепет душевный, то есть и определенная какая-то ответственность, то есть, ну и по нарастающей все это шло, то есть плюс не болельщики, а те люди, которые, то есть, пришли поддержать эстафету огня, то есть все как-то, все в купе, то есть только огромный позитив. Не холодно было? Ну так, прохладно, но в целом, как бы, когда, как, вот именно когда стоишь, ожидаешь, когда перед тем, как зажечь факел, вот, а когда бежишь, то есть там чувство перехлёст такой своеобразный идет, и на холод не обращаешь внимания. Катенька, скажите, как у вас настроение? Прекрасно, вообще все было классно, спасибо. До свидания! До свидания, удачи! К нам приближается финальный факелоносец эстафеты в Республике Башкортостан Алексей Селиверстов! Серебряный призер 20-х Олимпийских игр по бобслею, двукратный обладатель Кубка мира в общем зачете, чемпион Европы, серебряный и бронзовый призер чемпионов мира по бобслею, чемпион мира по бобстартам! Встречайте! Наступает торжественный момент зажжения чаши Олимпийского огня. Республики Башкортостан Алексею Селиверстову! Добрый вечер, дорогие земляки! Вы знаете, такое волнение, как будто мы сейчас находимся на Олимпийском стадионе в Сочи и зажигаем Олимпийскую чашу. На самом деле, извините, я волнуюсь. Мы стали счастливыми людьми, которые войдут в историю. То, что на наших глазах горит Олимпийский огонь. Я хочу пожелать вам, пусть это Олимпийский огонь сгорится у вас, и вы поставите свой личный рекорд. Пусть не олимпийский рекорд, пусть маленький рекорд, но свой личный. Может, кто-то захочет заниматься спортом сегодняшнего дня. Может, кто-то бросит вредную привычку, но это будет ваш личный рекорд. Пусть он будет не в Сочи, а в Уфе. И мне хочется пожелать, чтобы вот этот огонь подарил вам радость от встречи с грядущим праздником Олимпиады и послал вам луч надежды, что все у нас будет хорошо. С праздником вас! Спасибо большое! Дорогие друзья, давайте еще раз поблагодарим финального факелоносца эстафеты Олимпийского огня.